Ну что, у нас ситуация следующая. Это Евгений Сончик. Здоров. Да. Естественно, описание на его канал вы найдете где-то там внизу под видео. Он прошел испытание дрифтом. Он прошел испытание дрифт-картингом. И я нашел, на чем его заварить. Он хочет реванш. Да. Я видел эти видео кар-механик-симулятор. Кар-механик-симулятор. Там можно открутить неправильно болты. О, это игра, и съехать. Сегодня я ему дам настоящее задание. Для начала, я думаю, что как игровому обзорщику тебе будет понятнее, если я тебе присвою определенный статус. Уровень, как хочешь. My level is zero. Да, будешь нулевого уровня. У нас здесь на The Project STO мы обслуживаем не только боевые корчи, но и обычные тачки. Но я специально для тебя собрал разного уровня работы и посмотрим, как будет продвигаться. Ну, посмотрим. Так что идем глянем, что там с тачками. Но перед тем, как мы начнем, я предложу следующее. Вообще нужно было бы переодеться. Ты взял с собой одежду? Вот, да. Это одежда? Одежда. Я сейчас покажу, какая одежда должна быть. Стой тут. Вот правильная одежда, там, знаешь, с, ой, с да дырками, ладно. Грязненькая. Чистенький, аккуратненький и ненадолго. Плесните в него кто-то отработкой. Ладно, у меня есть для тебя кое-что. Оп. На, чувак. О, хитро ты не сильно запачкаешь. Отлично. Так что идем смотреть корчи. Погнали. Так, ну что, нулевой уровень, вперед, открывай ворота. Ай, так, а? Тут? Покажем, что у нас есть. Опачки. Так, номер раз. Установить мотор, но здесь, ты знаешь, наверное, уровень 5-6 нужен. Я V8 колупал в кармеханике. Нет, а я тебе вообще это не дам, ты извини, нет? Дорогой, да. Дальше. Но сцепу поставить двухдисковую керамику на 600-сильный мотор, здесь, наверное, уровень 3, не меньше. Отойди от машины, не трогай. 350Z с мотором от ГТР 35-го. Здесь нужно всего лишь навсего выхлоп, но даже для этого понадобится первый уровень. Отжиж, блин. Отходи. Пошли, прокачай. Здесь на 3-й уровень нужно будет турбинки поменять. Не твое, чувак. Не твое. Нет. А может? Нет, вообще никак. Компрессор установить здесь тоже где-то 5-й уровень. Отойди. Для тебя специально есть автомобиль. С него течет масло. Нулевой уровень. Конфетка. Он еще и не заводится. Вот это? Да. Точно? Ты с этого и начнешь, чувак. А оно вообще ездит? Оно не заводится. Оно ездит, но не заводится. Так что толкаем это все на подъемник. Ща профессионал. Нет. Сожжет. Доломает эту жигу. Ну что, родимая, бойся меня. Я пришел. Ой. Как толкаю снаружи машину, а не внутри. А там что, нет? Нет, нет, ничего. Там я буду подруливать. Ладно. Для начала. Поехали. Она, кстати, легкая. Вот ты никак в кармеханике. Поставим на подъемник. Фу, да, там достаточно кнопочку нажать. Здесь что-то посложнее. Так, ставим тачку на подъемник, ну-ка переносим ее и еще начнем деребанить. Че там, иди с той стороны, смотри, ровно, нет? Наверное. Ровно, ровнее. Да все шикарно, че? Да, пойди с той стороны, посмотри, шикарно. Упс. Ну, практически. Что-то попали вроде. Ну, теперь волшебная кнопочка. О! Нормуль? Нажми на рычажок. Нет, нажай на него. О, стоп. Еще. Здесь тоже есть кнопочки. Прям как в кармеханике. Поднимаем ее повыше, тазик этот. Гуд. Выше? Давай. 2000 лет спустя.
Хоть знаешь, что щелкает? Все, сломал. То есть на гидравлике поднимается, а вниз вот эти щелки, ага. Эти стопоры. И сейчас она просто висит на механике, на этих самых стопорах. Ну нормальный такой бричан. На одень вторую пару сверху. Зачем? Вечером узнаем. Ну вот, послушаем, да, доброго совета. Итак, у нас здесь установлен мотор Alfa Romeo, а коробка классика Жигули. Какой винегрет, интересно. Что-то у нас тут... Коробки поплохело? Подтекает маслице. Ну вот, смотри. Ты знаешь, как в игре? Что-то масло течет. Да, да, да. Только там машина такая прозрачная становится. Ну вот, да, да, прозрачная. Вот смотри, если посмотреть отсюда и представить себе, что это прозрачность, с той стороны наверху коробки есть болтик, который мы откручиваем. Значит так, у нас здесь мокренько. Ну, как-то тут не подтекает, да, по-моему. Есть подозрение течет. На задний сальник коленвала. Ага. Да? Да, наверное. Да, да. Для того, чтобы до него добраться, нам нужно всего-то навсего снять кардан, коробку, сцепление. И тогда мы доберемся до того самого сальника. Так что давай смотреть вместе, так как ты у нас нулевой уровень, а я где-то первый с половиной. Ага. То для это проект для нас, чувак, а вот, наверное, на сальник мы позовем так уровня седьмого, чтобы оно потом не текло. Чтобы оно потом уехало. Да. Кардан пойдет. Мы здесь его откручиваем, а отсюда он просто выскакивает. Сейчас я тебе дам ключи. Как оно работает? Замочки есть. Ух ты, блин, хитро-то как. Отлично. Наверное, там вот так надо будет. И чисто на глаз. Ну что, уже дал? Что-то, по-моему, не попал. Оставь. 11-12, небось. Забирай. Пойди другую принеси, я подержу это. Так, это... Хорошо, что конец сезона, Кизикару больше ездит. Я чую, он сегодня не уедет никуда. Хотя... Ну, а подожди так, примери. Что-то великовато будет. Да какого фига? Я возьму две. Прошло 2 года. А этот не долазит. Что за дичь? 11 мало, 12 много. Что-то тут... Пацаны, а что тут круглые эти самые? А блин, тут с другой стороны. Да, бери крышковый ключ и крути. Почему все так сложно? Ну да, он привык. В кармеханике там что? Пока вот болтики открутить, он мышкой клацнул и открутил. Крышковый. Он там хоть пол левела наберет, я ему так и быть дам электрический инструмент, пока рано. Так, 13, 14. Слушайте, может сразу ящичек поставим рядом, все бегать вот этого. О, я попал. Есть. Держи. Держу. Главное, потом это все на место. Слушай. Пошел, родимый. А скажи, мне с этой стороны не прокручивается? Нет. Супер. Пошел, родненький. Первый раз жигу колупаю. Не, я первый раз вообще что колупаю. Гриня, а давно в твоей голове созрела там на выходовочку починить Жигули? За бесплатно. 6 часов спустя. Это уже читинг называется. О, прикольно. Да не, ну читинг, но то они всегда... Когда игрок вам... использует сторонние программы для упрощения прохождения. Ты не понимаешь, я ему тут закручиваю, чтобы он еще раз открутил. Тихо, не то! Вот это! А это что? А это держит саму подвесную. А, это нормально? Да. Я чекуй. Точно нормально? Стопэ! А как ты сделал так, что ты закручиваешь? Стой, дай. Я ж переключил тебя на раскручивать. На. Вот? Да. Пошла, родимая, отлично. Да. Это единственное, с которым ты умеешь работать. Ну, да, есть такое. Еще там молоток у тебя есть. Ну, я понял, здесь походу 2 рукожопа, да?
Ну ладно, раскусил. Ну один хотя бы инструмент в руках держал. О, понял? И там еще один такой. Да? Нет, я его достал. Он же ж не карбоновый, да, Саша? Не, он не карбоновый. Ну мне рассказывали, как это делается. Ну я вижу, вот можно открутить болт. Будет работать сончик, говорили они. Серега тебе хоть в теории рассказал, как это должно происходить? Ну берешь, там все просто. О, смотри. О. Гвиня, давай. Куда оно не пошло? Что, скручиваем ручник? Ну давай. Ну давай раскрутим. Что-то раскрутим. Крутить-то весело. Ломать не строить, знаете ли. Парни, давайте на ютубе посмотрим, как снять кардан. О, гениальная идея. Привет, привет. Команда Рукожопов нуждается в помощи. Команда Рукожопов звонок другу осуществляет. Скажи, пожалуйста, а ручник и его тросики, их, да, же, их надо демонтировать? Нет. Хорошо, а как туда снять кардан? Легко и просто. Четыре гайки открутил, середину открутил и все как-то. А как он входит в редуктор сзади? На шлицевые. На задний редуктор он входит на... Он не входит в задний видок, он прикручен. А, ну, и за счет того, что 4 болта плотно, их просто надо что, молоточком снять его? Да, 4 болтика открутил и 2 раза пристукнул. Да? Блин. Мы уже раз 20 стукнули. Не, ну мы не так скромно стучали. Хорошо, ладно. Возьми мой любимый молоток. Все, я понял. А, нет, это не любимый молоток. Это резиновый? Вон. И все. Понял. А дальше пошли с тобой вот здесь. Понял, хорошо, давай. Ура! А теперь ты можешь понять, почему обязательным атрибутом любого СТО есть трехэтажный мат? Слышь, а ручник там из рябки или? Так, теперь туды на тебя пойдет, наверное. Стой. Подожди. А его обязательно так снимать он... надо, чтобы снять коробку? Пусть себе висит, он тебя что, жрать просит? Хитрец! Ладно, полуровня накинуть. Блин, с тобой. А себе четверть сниму. Вот это подрюкайся сними, подрюкайся поставь, скажем дружно. Короче, смотрел я сегодня, как Сончик играл в игру «Симулятор механика». И такой... Поддон, в игре не могу сливную эту штуку, она не снимается. Вот почему я тыкаю в нее, она не снимается. Такой, ладно, я знаю сейчас. Такой, чик-чик-чик-чик, поддон, оп, такое сообщение. С вас $100 за чистку СТО. Он такой, да ладно, пусть ли тебе бы там, ну налилось и что, масло. А потом оказалось, что надо ставить, вон та штука сливная. А, у тебя она тоже есть? Да, значит, она тоже, она у всех есть. Начинаем мы с того, что опускаем машину. Да. Только что с карданом не страшно же он так? Кардан не ляжет же сейчас никуда. А, нам нужно раскрутить ручку. А? А теперь вот смотри, стопор щелк. Тут ничего не завалится, не? А я не знаю, Мить, ты бы отошел. А то Сончик он такой. Все, все разбежались. Нам вот этот инструмент не нужен будет? Пригодится, наверное, в хозяйстве. Крестовая отвертка и крестовая отвертка. Короче, тащим все по чуть-чуть. Давай! Чего? Прижал и вынул. Кого? О, так мы ее сняли. Что тут еще откручивать? Аккумулятор у нас тут. Ну да, блин, крутые спецэффекты, это классно. Но клемму лучше снять. Да. А что он такой спиленный? А чтобы был доступ к вот этому болту, на альфовском мотор нацепить жигулевский стартер. Нихера себе. Понял? Вон, видишь, болтик? Что-то я вижу, что коробка тут повидала, да? Да не, нормально, все с коробкой, все нормально. Тихо.
Дрифткорч. Зимний, но дрифткорч. Дальше нам нужно скрутить стиранник. Что-то тут больше, чем 4 болта. Ну да, они, все они свистят. И вот этот минус, наверное, тоже можно скрутить. Ну, ладно. Вот. Оно? Да. Ты придерживаешь, чтобы он не прокручивался, он у тебя туда-обратно крутится. Есть. Да. Ура, это был минус. Так, откинули сцепу в сторону, да, аккуратненько. Теперь что? Траверсу и подкладываем молоток? Да, да. Да, ты именно взял самую маленькую трещотку. А чё? А чё? Ну ладно. Изи. Тросик спидометра. Ау! В районе хвостовика. Ау! Кто такой хвостовик? Вот он, по-моему. Хвостовик, вот он. Покажись. Вот. А там кто-то что-то видит? А что там? Есть. Есть. Ой. Так. Вот, короче. Ни траверса не спустился. Ой, тихо. У траверса все ушло на, в этот. Возвращаем. Тихо. Что-то я очкую. Ну да, есть немножко. Я тебя понимаю. Что-то слабенько ты тянешь. Еще. Хвостовик, говоришь, а не за траверсу. Я тебе говорил, что он полный. И пальцы, пальцы. А теперь снимаем коробку. Супер. Я же откручиваю, да? Похоже на то. Первый. Ня, ищи вторых. Просил, просил Женю, одень что-то сегодня это вот грязное. О, посмотрите, он светленький костюмчик присмотрел. Пошла. Слушай, хочешь ноу-хау? А. Возьми гайковёр. Слушай. Все. Все, да, шикарно. Сэкономились 2 часа времени. Блин, а столько контента могли бы отснять. Вон он наш наверху. Ой, сейчас, и что? И все. Так подожди, а стартер одним болтом держит? Сверху одним, снизу одним. И третий центральный он регулировал. Ну смотри как. Сразу это одно, не один я тут укажу. Пригласил к себе в гости на свою голову. Сам кручу, еще и обзываю. Ну. Не, ну а я не знал, вот в вашей игре за то, что чувак светит левел, дают или что? Я просвещаюсь, я смотрю, просвещаю и просвещаюсь. Вот он, этот болтик, вон маленький болтик. Это там, знаешь, по полоборотика такая. Теперь нам нужно как-то, помнишь тот? Вот тот аж там? Аж там. Да ладно. Не, ну подожди, теоретически каким-то карданчиком. Ага, каким? И тот сюда тоже дальше. Вот. И потом ты залазишь вот отсюда. Смотри. И вот тот вот возьми еще маленький. Ух ты. Переходник через переходник через переходник через переходник. Та-дам! А? И мне нравится рычаг, которым. Так бери, да, этот. Да-да-да-да-да. Злой. Ну что? Кажется, попал. Попал? Может, я руку беру? Ну, давай попробую. Да, попал. Идеально. По-моему, все. Очень на то похоже. Да-да-да. То есть как, все? Три полта. Три полта? И шо? Снимаем! Карабас. Да как все? Что-то тут мешает. Теперь кардан ваш. Блин. О, красава. Так, ты уперся в колонну. Твою ж, налево. Сейчас вам покажут мастер-класс, как снять кардан. Ты не представляешь, что я его туда засовывал. Вау. Ну-ну. Вау. Это жесть, а? Это новое. А все, обучить, наверное, не надо. Все, счастье висит. Вот вы дебилы, а? Поехали!
А что, реально он этой штуки держит? Да держит, я тебе говорю, повесло он мне. Ай, пальчик. Прошло? Чуть-чуть, да. Так подожди, стой. А отсюда ручка я не переключу на первую? О, давай, пихай, третью передачу. Юрчик, как ты прокомментируешь все это бесчинство, которое происходит? Мне приятно. Тебе приятно? Хорошо смотреть, как другие работают, да? Короче, мне тут сказали по секрету, что они 40 минут кардан снимали. Да, да, да. Я больше туда не спущусь, нет, нет. А зачем вообще коробку снимаете? Поржать. Проект. Че? Проект. Кармеханик в реале. Жек. Как он тебя на это подписал? Да вообще непонятно. Спросил, будешь за жратву делать машину? Я, давай. Мне всегда нравится, как она торжественно спускается. Взяли? Вот она родимая. Ну, я так понимаю, что следующий это мотор, да? Дай подожди, мотор. Сцепом. А что еще откручивать? Вот. Коробку сцепом. Сняли. А нахера сцепу скручивать? А как ты до коленвала доберешься? А он там где-то? Да, коленвал где-то там. Давай так. Ладно, я хоть теорию знаю, все. Мне плюс полуровня. Все хорош. Так она же свежая, что вы ее сняли? Вообще? Ну, как бы все, это маховичок, угу. А дальше уже, там можно сальник посмотреть, коленвал. А, не стартер, ты вы стартер хотите, да, добраться? Да, это успех. Это успех, мы добрались до... А до чего мы добрались-то? Жек, ты познакомился с этой штукой в реальности, да? Ты не знал, почему тебе кар-механик не дает масло сливать на пол? И знаешь, что самое интересное? Вон, видишь, бочонок 200-литровый. В него сливается масло, и за сезон до тонны масла отработки туда попадает. А потом это все раздается по близлежащим СТО, они им отапливаются. Резиночку видишь? Резиночка? Да. Ее нужно как-то аккуратно подколупнуть и достать. Ну, просто хлынет. Я сбоку поэтому встану. Есть! И где? И где масло? Тихо, тихо, тихо. Уберись за отверточку от коленвала. Это успех, Жека. Это вот ради вот этой вот маленькой резиночки вся история. Я думаю, что успех будет, когда это все соберет. Вот то будет успех, а это пока что прелюдия была. Плохая новость есть. Да? Да. Нам еще что разбирать? Нет. Во-первых, за тобой сзади елка, она до сих пор стоит в феврале. Она меня преследует. Плохая новость, нам не дадут собрать машину. Я боюсь, что вот для тебя это будет разочарованием дня. Мы ее собирать будем в понедельник, потому что все не просто со стартером. Серега заглянул, и там стартер подлежит выставлению, высверливанию. Короче, это займет сейчас слишком много времени, а ты, вон, я смотрю, спать хочешь, да, с утра. С дивана подняли. Работа кипит, что? Работа кипит. Мы поломали машину, и у нас... Наверное, по пол левелу, может даже по целому левелу нам Серега накинул, он 80-го. И не позволил нам тачку собирать, и, наверное, ну, это к лучшему. Как твои впечатления? Есть отличия от вот кар-механик, мышкой, клац-клац? Ну, ломать не строить, во-первых, а вообще, да, есть свои сложности, прям таки скажем, но это интересный опыт. Такой вот интересный у нас опыт был. Вон, даже Сончик, наверное, порекомендует подписаться ко мне на канал. Да? Так точно, порекомендую. Да. Ссылочка будет в описании. Поставьте лайк, и мне кажется, что это постепенно будем левелы повышать, и значит, наши уровни в машинах будут увеличиваться, значит, новые тачки будут появляться. Скажите, вам понравилось? Там еще куча гетеров валяется, что пойдем ломать. Идем. Все, пока. Пока.